Всем привет! Сегодня не будет никакого ни обзора, ни бега, ни кинологии. Сегодня видео, походу, наверное, отнесется к моментам моей жизни. Я снимаю на всякий случай. И ни в коем случае как бы не буду злоупотреблять этим видео. Но я сейчас хочу обратить внимание на одну маленькую деталь. Молодые люди возле какого-то детского центра развития детей Кроха. Прямо на входе. Ну, центр закрыт, конечно. Вот, но тем не менее. Вот даже значок есть прикольный. Вот он. Знак «Курить воспрещено». Запрещено. Ну, человек, видимо, на лечении. Мужик есть даже герой. А то сигареткой все нормально. Ну, такое дело. Молодые люди выпивают. Вот стаканчик пива был. Вот доктор Дом стоит там. Пиво, бутылочка. Вот еще вы видите Рево, еще одно пиво. В общем, пиво есть. И чего я вообще это все снимаю? Все мы отдыхаем, все иногда выпиваем, ничего такого здесь нет. Даже, блин, закроем глаза на то, что здесь детское заведение, хоть оно и закрыто. То же самое, что, ну, детская песочница, хоть на ней нет детей, все равно там неправильно сидеть и бухать или курить там. Ну, курить еще, ну, блин, все равно неправильно это все. Посмотрим, что будет через там то время, когда они уйдут. Вот. И, в принципе, если вы видите это видео, значит, знайте, что они не убрали за собой. Это очень-очень плохо. Все мы живем на районах, ну, все мы жалуемся там на что-то, на власть, на все угодно. Только не смотрим сами за собой. Ну, как бы, да, вы крутые пацаны, все такое, ну, блин, крутость проявляется не в том, что вы такие молодцы, там, впятером стоите, как бы, подаете пример такой отличный возле такой вот этой самой. А то, что вы, короче, после себя даже не можете убрать, вы тупо просто-напросто бесполезны для общества. Как бы там ни кричали «Украина», там, «Вперед», вы просто бесполезны для общества. И с такими, с таким поколением, как вы, страна далеко не выйдет. Потому я просто-напросто прошу тех, кто смотрит видео, ну, если вы смотрите до этого момента, я вас очень, ну, я очень благодарен, что вы все-таки нашли время, посмотрели, вот, прониклись там моими мыслями по этому поводу, и я вас очень прошу, не делайте так, это очень плохо. В общем, мы об этом еще поговорим. Ну, посмотрим, что будет дальше. Итак, спустя где-то минут 20 прошло, вот, два человека осталось, ну, один пошел как бы в магазин, я так подозреваю, еще там за добавкой, вот, два человека ушло, я так понимаю, и как вы видите, бутылочка пива пустая, доктора Домса, судя по всему. Я еще посмотрю, короче, прошлые съемки. Стояла ли там бутылка, может, там еще одна стояла какая-то. Но я думаю, что это остался тот человек, который ушел. Вот, два его друга стоят. Ну, я очень сомневаюсь, что они, уходя, ее заберут. То есть мы уже как бы пришли к тому, из-за чего мы начали это все видео. Но ставки повышаются, господа, все может быть. Посмотрим, что будет дальше. Возвращаемся к нашим баранам в прямом и переносном смысле этого слова. Вот опять компания увеличилась, 4 человека. Ну, центр, блин, развития детей, блин, и вот, пожалуйста, дети развились и учат другие поколения развиваться. Вот. И что еще я хотел сказать, что они курят, как вы видите. Вот они курят, как бы.
Ну, дом 2 точно курила, как бы. В общем, вот сигареты, бычки лежат. Вот, вот. Ну, основная масса вот здесь вот лежит. Вот бычок, вот бычок. Короче, ну, как бы бросают просто, ну, понятно, урны рядом нету. Я думаю, что там в газоне тоже бычков дофига просто не видно. Реально. Хотя красивая клумба, цветы, все. Центр развития детей. Да насрать им на этих детей и на развитие нашей страны, на все им насрать. Они сейчас висят, и все хорошо. Все мы висим, но надо висеть как-то культурней. Как-никак, много людей отдали свою жизнь для того, чтобы наша страна все-таки вылезла с этого говна, в котором она находится. Но вот такие вот, такое вот поколение, это реально поколение вот сейчас вот новых вот этих вот жителей, новых строителей будущего нашей страны. Вот оно, пожалуйста, поколение. Ну, что я могу сказать? Отлично. Просто отлично. Надо как-то, блин, реально, ну, начинать из себя менять это все. Менять все в стране, все дела. Не жаловаться на правительство, там, на всю остальную хероту. До хера херни происходит в нашей стране, но надо как-то начинать с себя. В общем, вот такие вот дела. Сколько хватит, как бы, освещенности, сколько вам буду показывать. И это видео все-таки будет в Ютубе на моем канале. Я даже, может быть, начну какой-то серию таких видео, вот именно. Потому что очень много я вижу, как бы, на районе, в Киеве, везде, очень много вижу такой херни, которая происходит. Девчонки курят, короче, типы, все, на природе, вот там вот природа классная, ну, короче, потом как-то покажу, там Днепр рядом. Там просто, как бы, ну, было чисто, красиво, классно отдыхать, все. Сейчас я там бегаю иногда. Ну просто жесть, везде срач, вот люди как сидели, так и ушли, куча, короче, блин, ну, еды, как бы, мусора, да, пластиковой посуды, как бы, бутылок, просто жесть, везде, на каждом шагу, под каждым деревом, засрали, блин, ну тупо очень красивую, короче, природу, просто засрали, буквально за 2 месяца, за 3, там, просто жесть, вот такие вот типы, которые, ну, тут как бы ладно, тут уберут еще, ну, тут еще уберут, такое дело, это уже неправильно, потому это видео вы смотрите, но тут, по крайней мере, еще уберут. Есть коммунальщики, там все дела, у которых в работу входит вот такая вот ситуация. Вот тут же таких вот типов, короче, будущее нашей страны, блин, просто-напросто, не могут выкинуть мусор нормально. Ладно, включимся через какое-то время. Извините, если строго выражаюсь, конечно, ну, реально наболело. Ну, смеркалось, прошло где-то уже больше, чем полчаса. Больше, чем полчаса. Вот. Я не знаю, просто через полчаса будет ли вообще хоть что-то видно. Ну, бычки, слава богу, я уже успел вам показать, то есть нам свет уже для этого не надо будет, чтобы вы увидели. Ну, вы же понимаете, да, реально, что если бутылки они могут еще забрать с собой, то бычки они точно не будут ходить вечером с фонариками высматривать и собирать. Посмотрим. Хватит, не хватит, но в любом случае. Вот еще бутылочка добавилась, вот что-то стоит. Ну, кстати, да, стаканчик сзади там был, но его нету. Кто-то выкинул за собой. Ну, молодцы. Ну, не молодцы. Кто-то оказался более сумлинным. Вот, а дом так и стоит. Закрывает постоянно. Короче, не знаю, хватит ли сегодня еще освещенности показывать дальше события здесь. Все видно и так, даже комментировать нифига не надо. Вот. Позднее сделаю монтаж этого видео, что-то может вырежу, что там оставлю, но в любом случае вот он, центр развития детей, и вот они, ребята, которые помогают детей развивать
и настраивать на великое будущее нашей страны. Ладно. Я думаю, что еще одно видео для этой серии я сниму. Продолжаем съемки. Ну, прошел уже где-то час, как я и говорил, что уже условия освещенности где-то, я даже не понимаю, есть они там или нету. Голоса, вот, ну, наверное, вот этих вот. А, они просто сместились, наверное, они сместились. В общем, они здесь. К чему это все дело? То, что, блин, ну не могу показать, что там происходит. Ну, это в любом случае ничего не поменяет. Как вы видели в нескольких кадрах этого видео, что компания нагло, короче, просто-напросто сорила вокруг себя, возле, блин, прям детского центра, короче, и просто тупо поставляла и пиво, и бычки, и вряд ли они их позабирали. Вот они дальше продолжают. Я думаю даже, что я начну серию таких вот съемок про районы, где мы живем, и про людей, которые в них живут. Все, до новых встреч в эфире. С вами был Игорь. Подписывайтесь на канал. Я буду здесь выкладывать подобные видео. Может быть, у вас есть подобные видео, тоже давайте будем выкладывать, будем все вместе как бы эту проблему чуть-чуть решать.